Да, ну, во-первых, я хочу сказать, все-таки это проверочный турнир, да, и у каждой команды свои цели, да, и у Запорожья, и у нашей команды. И самая все-таки главная цель – это разыграть команду, чтобы команда, как бы, как я уже вчера говорил, почувствовал свою игру, как и свою такой командный дух, да, так можно сказать. И это больше всего радует, да, что сегодня уже была... Не могу сказать, что я всем доволен, но были много хороших моментов и на нападении, и защите. И, конечно, все-таки мы спортсмены хотим всегда выиграть, да, и показать, тем более было сегодня и наши зрители приехали, да, и нас поддерживали. И хотели показать, и нам удалось, и красивый баскетбол, который нравится зрителям. Но я думаю, что нам надо еще много работать, и еще есть немножко время доработать и защиту, нападение, чтобы мы были к сезону немножко еще лучше готовы.